Зашли мы к бараскам проедать. Овца кричит, по-моему, она рожает. Такое ощущение, еще не знаю, не смотрел. Вот поставили водичку. А нельзя туда, нельзя. Я буду ругать тебя. А желательно, конечно, не тревожить, но... Вот одна с ногой больной, опухшая. Где тут кричит овца? Родила она, не родила, неизвестно, не вижу. Тут малышей не видно нигде по углам, где обычно не рожают. Там тоже не вижу. Ха, нельзя так делать, нельзя. Не вижу там ягнят маленьких. И не кричат. Но что-то не то. Да вот эта овца тоже, конечно. Вот. Смотрите, смотрите, друзья. Чуть не обнимаются. О, выгоняют такие. А нельзя так делать, нельзя, выйди. Нельзя. Может, действительно рожают. Кричит. Все может быть, все даже очень может быть. Надо закрыть, потому что сейчас выйдут. Вот так. Перевернет. Вот это вот проблема такая у нас. Пес остался на улице, двери прикрыли мы. Хромает, я не бедненькая, ничего не могу. Реально не могу ничего сделать. Опухла, видите? По-моему, она опухла. Блин. Хотел бы. Ничего не подойду, ничего не сделаю. Вот она упирается. Блин. Поймать, заломать ее как-то. Вот, божечки. Вот такие вот дела. Выйдем. Посмотрим, может она подойдет таки. Такой как раз. Кричит. Там ты где? Ты здесь? Ждешь, да? Да, кричит. Да, 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 вот, 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 отходит. Она рожает. Нельзя ее тревожить, мешать ей. Она пытается разродиться. Вот, 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 видите. Сейчас разродится. Сейчас, 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 сейчас разродится. Не будем тревожить ее. А запускать собаку ни в коем случае нельзя. Вот, 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 видите. Вот. Вот сосало мешает. Бедненькая. Тут, может, помогать надо, я не знаю, в принципе. Чем это так? Хоть бы она разродилась нормально, хоть бы было. Может, там уже замер плод. Может, мы уже поздно пришли. Я выходил гулять собаку. Все было тихо.
Это буквально вот-вот. Так, ладно. Сейчас мы уйдем. Потом, может быть, будет продолжение. Сейчас мы собачку загоним домой. Давай, пошли домой. Домой, хватит. Не будем мешать. Пошли, выходи. Давай закроем. Выходи. Сюда иди. Домой пошли. Домой. Ты хлеб съел уже, да? Нету? Нету. Пошли домой. Съел хлеб, да, пошли домой. Какой послушный. Дома уже, да? Молодец, хороший песик.